В общественной палате Орловской области обсудили вопросы развития межнациональных отношений в регионе. Одна из главных тем – инициатива президента России Владимира Путина о введении присяги для граждан, претендующих на получение российского гражданства. Участниками круглого стола стали представители Ассоциации общественных объединений, члены Совета при УМВД, а также власти областного и федерального уровня. В своем выступлении депутат Государственной Думы Николай Земцов высказался за подготовку региональной дорожной карты. Межнациональные отношения и вот особенности русского такого, так сказать, уклада, да, они требуют знания обычаев и неких неписанных правил вот тех сообществ, тех людей, которые проживают рядом с тобой. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вот этот наш круглый стол, он, так сказать, пришел бы к каким-то какой-то дорожной карте. В обсуждении участники отметили важность встреч учащейся молодежи с представителями общественных организаций национальных диаспор, проживающих на территории Орловской области. В ближайших планах организация работы специальных площадок и фестивалей, представляющих многообразие культуры, народов, населяющих регион. Здесь, на территории вот такого, казалось бы, достаточно небольшого региона, у нас ярко представлены и различные национальности, и различные конфессии. Они имеют место быть, они существуют. И более того, вот этот диалог межнациональный, да, межконфессиональный диалог, он тоже ведется между ними. И у нас есть фактически та дорожная карта, о которой говорит Николай Георгиевич, которую мы, скорее всего, сегодня дополним новыми мероприятиями.